Година політики. На радіо НВ. Сергій Рахманін. Апокриф Добрий вечір. З вами в Завшоці Порі. Програма а Я і ведучий Сергій Рахманін. Мій сьогоднішній гость Влад Троїцький. Людина легенда. Без перебільшення. Видатний митець. Ну, натхненник і реалізатор неймовірної кількості успішних проєктів, таких як Театр Дах, «Дах Абраха», Дах Дотерс, Гокольфест, можна пораховувати безліч успішних проєктів. Тому радий бачити вас в цій студії. Здрасті. Почну з приємного. Ви нещодавно заявили про те, що в найближчим часом буде прем'єра нового проєкту, А в театрі Дах буде прем'єра. історико драматичную, чи историка трагичную пьеса, не знаю, як точніше сказать, яка называется Смута. Я так понимаю, что йдеться про смутные часы Российской империи, про лже Димитрия, это иначе ласочье. Чому такой выбор? Ну, не знаю, пьеса очень хорошая. Я когда-то над ней работал, когда она была написана для Шиллер Тагет, это немецкого фестиваля, посвященного творчеству Шиллера, и эта не написанная пьеса была кровавая свадьба о свадьбе Дмитрия, Л.Ж. Дмитрия Первого и Марины Мнишек. Вот. Мой друг и учитель Клим, Владимир Клименко, ну, Клим, он больше всего под этим именем, он тогда написал пьесу, мы как-то ее... Я даже играл тогда году Ну, Но... ну, вам дороже пасуется. Ну... Но, Правда, но, но потом ну, мы ее там сыграли успешно, но когда я вернулся назад, она была рассчитана на большое пространство, и она не, вместила, не вместилась в дах. Вот сейчас, когда у меня появился новый ну, как блок людей, команда молодых актеров, э, мне кажется, талантливых, и мы вернулись к, к этому материалу, это уже четвертый спектакль с этой командой, была Анна Каренина, «Сон Алисы» и, и «Парадоксы преступления», там Достоевского мы коснулись. И вот это такая почти шекспировская пьеса с немножко... И при этом она очень резонирует с тем временем, в котором мы живем. Время смуты, время, когда когда непонятно на что опереться, когда кажется, что мир, к которому ты привык и как-то привык или как-то а, подстроился под него, он вдруг начинает распадаться. И где эти новые ценности, выбор, экзистенциальный выбор между одним типом цивилизации, или другим восточним, ієрархічним, тиранічним, авторитарним, або демократичним, которые зі своїми какими-то сложностями, ну косяками, то це мені дуже интересно. Але знаєте, будуть багато людей би з вами посперечалися, бо дехто вважає, що навпаки, от нинішній теперішній час України це час, коли настільки розпадається світ, скільки з'явилася надія. примарно для кого-то менш реалистично, что свет навпаки складается. Вот есть какие-то кубики, которые складываются до купы, на каких будет створений и подмурок успішної успешной Украины. Я на это тоже очень надеюсь, очень надеюсь, но по крайней мере не, возможно, не в историческом контексте, а в контексте пьесы Годунов и Дмитрий тоже надеялись, что вот есть на вот есть возможность построить новую там, новую новый мир. И с чем это сталкивается? И понимание этого вот этих механизмов, когда ты э, когда ты думаешь, что желал добра, а а вдруг получилось зло. Это же, ну это это правда очень, э, ну по крайней мере об этом мне кажется, очень важно задумываться тем людям, которые сейчас идут в политику, новые лица, которые туда идут, и ну, кроме эйфории, кроме такого задора молодежного, ну, молодежного или не очень молодежного, ну, в общем, я поменяю, ты все равно должен взвешивать и понимать, с каким сопротивлением ты столкнешься. Сопротивление, оно же будет. Не, не только в том круге, ну там ближайшем там, той же ради, или, э, а ты будешь буквально на, на самом примитивном уровне сталкиваться. Вот сегодня слушал по радио э, передачу какую-то про там, бунт по поводу музыкального или художественного образования директора музыкальных школ объединяются и там бунтуют перед Минкультом, перед Кабмином о том, чтобы они не хотят ничего менять, никакой реформы. Я не знаю сути этой реформы, честно, поэтому не понимаю, но я, с другой стороны, понимаю, что фактически вся наша культура государственная, ну и вообще весь государственный аппарат, он будет причитать, говорить, О, все очень плохо, нет денег там, все очень плохо, но при малейшем желании поменять. Он буде просто коктямівгризатися і говорити, що не дай Бог. Ну, так ну, що власне, ми спостерігаємо починаючи з 91-го року. Але от ви вжили правильно слово, механізми. От мені подобалась ваша теорія, ваша ідея, і вона не є примарною, тому що ви це реалізовувати на практиці, зробити Україну таким майданчиком успішних проєктів, які з одного боку змінював ставлення українців до того, що відбувається навколо, а з іншого боку, змінював ставлення до України поза її межами. І от у вас була така амбітна, достатньо ідея зробити Маріуполь таким, знаєте, осередком сучасної культури. Я пам'ятаю, коли тільки з'явилася ця ідея, був один з тих, хто з певним застереженням, з певним сумнівом до цього ставився, але менше з тим вам вдалося дуже багато. Ви спиралися з спротивом цієї системи, коли там в Маріуполі там? Ні, к, к щастю, в Маріуполі, опять же, ми ж йдемо туди, ну, проект Google Fest Inoculation», Кстати, он вошел в 25 лучших фестивалей Европы. Да, вот. ну, вот днями про это было да. заявлено, да. А там уже мы там претендуем войти в пятерку. И очень высокая вероятность, что мы войдем в пятерку лучших фестивалей Европы. И для них это был удив... новый формат, с которым они еще не имели дела. И они под нас <клес> начинают менять свой устав, потому что они видят, насколько это эффективно работает приезжали эмиссары этого и ИФА, Европейская фестивальная ассоциация, они говорят, да, это очень круто. Так в чем суть? Мы идем только туда, от, где мы, где, откуда нас зовут. То есть там появился один человек сначала, одна там, волшебная девушка, которая Лена Мозгина, которая убедила город, мэра, там, начальника управления культуры, чтобы они после того, как мы закончили свою миссию, ну, в виду разных обстоятельств в Киев, они сказали, пусть будет он в Мариуполе. И они рискнули. И вот когда они рискнули, они увидели дальше фидбэк, который они получили от своих, от жителей города. Как... хочется сказать, сказать, что миссива публика а, раду приняла, но вид не Борюпольце промысловое, складное, специфичное место. Вон оно. Хочешь сказать, что у нас прямая свежие идеи так, как вам мрелуся? Понимаете, они настолько голодны, потому что мы в Киеве живем в иллюзии насыщенной культурной жизни. А там, там тоже есть умные, образованные люди, которые читают, смотрят кино, ну, в общем, слушают правильную музыку. Но им предлагается в лучшем случае там Дидзио, там Олег Винник, Оля Полякова. ну то есть такой набор, набор э, ну, такой достаточно агрессивные попсы, да, ну, она прекрасна, может быть хорошего качества, но ничего более для для какого-то своего интеллектуального, духовного, душевного развития. И когда они столкнулись, что это появилось у них в городе, мало того, что это в контексте всей Украины но они почувствовали себя частью большого мира. Это очень важно, да, не быть, не упиваться своей провинциальностью, не говорить, что вот мы какие тут э, талановыты, да. А когда ты понимаешь, что ты вписан в контекст мирового культурного процесса, и это приводит к удивительным вещам. Там на, на последний фестиваль, который был в конце апреля, в начале мая приехало много зарубежных гостей. Это было непросто, правда, их уговорить, потому что, ну, сами ну понимаете, так. да. Близкость да фронту. Фронт, там, да-да-да. Специфичный все эти... регион. Но когда они приехали, они увидели эту потенциал возможностей. говорит, там, одна девушка, режиссер из Швейцарии, она говорит, мы почувствовали у вас больше свободы, намного больше свободы, чем у нас в благополучной и абсолютно сытой Швейцарии. Потому что у нас все детерминировано. А вы можете выходить из за любые рамки. И это вот волшебное, опьяняющее чувство свободы, конечно, дает удивительный ну, эффект резонанса. И это очень обаятельно, и это очень привлекательно. И для публики, которая становится соучастником в хорошем понимании, соучастникам этого процесса. И они очень голодные, они... И то, что мы начали реконструкцию ДК «Молодежный», который будет центр современного искусства «Отель Континенталь», архитектурный план, это будет действительно очень крутое модное место со своим контентом. А как скоро? Потому что про «Планets мне вот просто насправде интересно, как швидко это будет реализовано. Я думаю, что уже сделали сцену и уже разработали архитектурный проект. Здорово зараз це общаться з наступного року. почнеться очень швидка реконструкція цього ДК. Ну, він буде продовжувати. Ви, в принципі, достатньо критично завжди були э, налаштовані до влади в різні часи. У вас було декілька спроб порозумітися з владою, посприяти владі з гуманітарних міркувань, так би мовити, надати їм гуманітарну допомогу. Але зазвичай це завершувалося так не дуже втішно для а, з цих спільних проєктів. Але останнім часом ви достатньо схвально говорили про а, два нових проекти державних, ну напівдержавних, про а, культурний фонд і про інститут культури. А, Український інститут Український інститут даруйте, обмовився. А, чи є шанс, що вони справді будуть розвиватися, тому що вони започатковані були за іншої влади. Невідомо зараз, як буде вибудовуватися культурна. Політика у нової влади, вона поки що не визначилася, наскільки я розумію, за своїм ставленням до цього. Є ризик того, що ці речі, які були достатньо корисними, ці треки, які були достатньо успішними, що вони будуть згорнуті? Чи у вас немає таких застережень? Подімають, я але що да, нас, безусловно, немного підтримує і український інститут і УКФ. но я не могу сказать, что это системная история. Более того, ну там есть свои нюансы, да, в организации. Ну, я был, я был, это я... как это норм. А, с другой стороны, ну мы разговаривали с ребятами, которые менеджеры Моцартфест, это в Львове. Львовский, да? да, классный фестиваль. Да, очень крутой фестиваль, то, что делает Оксана Лынев. Ну и... Блескучий и... диригент и очень да, Но, да, это... на жаль, за межами Украины больше известный, чем в Украине. Да, ну вот она, она действительно супер. То есть она входит, входит, я не знаю, в десятку, может быть, топовых дирижеров мира. И вот у нее такой есть, ну, такой какой-то детский ну, детские волшебные детские это не наивность которая волшебная да патриотизм и она решила подарить сделать в своем родном городе во львове удивительный фестиваль и вот э -э и вот мы начинаем разговор, они вошли в, в четверку лучших моцартовских фестивалей мира а их там больше ста да То есть их, э их признали но поддержки в этом году у них не было никакого какие-то копеечные поддержки, и она, конечно, устает. И, и мы тогда разговаривали с менеджером их фестиваля, мы говорим, не может быть, ну вот если бы команда Челси каждый год начинала бы отборочный этот от дворовой команды. Ну, ты... У меня будет какая-то тягость. Ну, то есть должна быть как бы высшая лига. Да? Высшая лига. Я понимаю, что у нас сейчас должен быть перерыв. Я так, судя по... Да, да, да. Выбачите, я вас перебью. Не перемыкайтеся. Далее будет еще цикавейший, невеличкий перерыв. Сергей Рахманин. Апокрив. Дякую, що залишили з нами. Нагадаю, це програма Апокрив. Мене звати Сергій Рахманін, наш сьогоднішній гість, митець Влад Троїцький. Отже, ми говорили про а, багато корисних, цікавих речей. Зокрема, ви говорили про проекти, які, наприклад, там, а, і ідеї, які має Линів, правильно я сказав? Так, Линів. Оксана Линів, блискучий диригент, яка достатньо плідно з вами співпрацює. В принципі, один з небагатьох людей в Україні, які дуже відомі поза межами цієї країни. І И вот у них не было поддержки. И я понимаю, что в какой-то момент Оксана может устать. Она скажет, ну, ну, каким можно? Да, так же, как устал Денис Матвиенко, как Андрюша Желдок. да. Я как бы фактично вычевал из Харькова да, после того, как он поднял театр. Да, то есть это как бы тоже традиция есть в Украине, как бы отталкивать оттал, своих талантливых но людей. Это не в богатых странах, такая традиция, на жаль. Да, но для, для нас это, это на самом деле реальное национальное достояние. Да, и вот вопрос как бы системно помогать таким, ну, знаковым, действительно знаковым, и знаковым не просто понимание экспертов внутри страны, да, а если есть реальное международное признание. Ну, например, если мы войдем в пятерку лучших фестивалей Европы, ну, это, это же не мы, как это, заплатили или что-то, это отобрало международное жюри. Если они вошли там в пятерку лучших фестивалей э, моцартовских фестивалей мира, то, наверное, это ну, реально серьезное международное жюри. Если Одесса классик Алексея Ботвинова тоже такой топовый, реально входит в обоим фестивале категории А Европы, классической музыки, то ну, это входит в категорию А. Это есть там издание немецкое и швейцарское издания, которое подтверждает, что это да, это крутой фестиваль. Все, значит, это наше достояние. Правильно, но теперь давайте поговорить про а, практичную реализацию этих амбиций. Что ну, я имею на увазе? А... У нас є звичка скажитись про те, що нас не знають, нас не люблять. Коли запитують про Україну, то згадують зазвичай якісь мало приємні речі. Але останнім часом, ну як на мене, ситуація змінилася. Ваші проекти регулярно різні, входять в топ-десятки, в топ-двадцятки різних мистецьких заходів світового рівня. Ви згадали того самого Батвинова. Там, українське кіно тепер асоціюється з конкретними персонажами після успіху там, Слабошпицького і після успіху Лозниці. Можна вже говорити, чому я до вас апелю, чому до вас звертаюся? Тому що ви людина, яка працювала за кордоном, ви часто буваєте за кордоном, ви спілкуєтеся з різними людьми, які розуміються на цих речах. Є вже відчуття, що Україна. Це не просто такий осередок негативу, а це ще й певні культурні проекти, які вже досягають якогось європейського світового рівня. Понимаете, Чи ще немає? Поки ще ні. поки ми ще та була раса, неізвісна земля. Чому ми цих прикладів недостатньо Чи чим ми, мало, чим ми мало, микрос... себе, чим ми мало это, себе пропагуємо? Це мікроскопічне, мікроскопічне дійсно. На уровне, например, событий, которые происходят в мировых столицах, там Париж, Берлин, Лондон, э, Нью-Йорк, да, то там каждый день проходят 300-500 крутых событий. Ну да, мы можем выступить там, несколько раз в год там, в Нью-Йорке или в Париже, чаще в Лондоне, в Берлине, очень часто выиграем. Да, это ну, приводит, но, например, по сравнению с нашими э, восточными или северными соседями, мы просто, ну вообще, исчезающие. Величина. Ну, потому что есть миф русского искусства, есть ми, есть такой определенный э, интеллектуальный багаж, да, и есть такая, ну, деньги, да. То есть, поэтому я предложил в свое время концепцию, когда делается коллаборационный проект, когда... Готовится совместный проект здесь, в Украине, на базе какой-то. Важно опять, дальше вот я о чем хочу сказать, что в Украине не создана ни одной современной культурной базы, где можно было бы заниматься производством и образованием в области современного искусства. Его просто нет физически. Доброе, коллаборация, почему не, не используется так активно? Это не, не очевидно для людей, от которых это зависит? Смотрите, це... опять же, мир Государственного, государственной культуры, он в принципе капсулирован и в принципе удовлетворен своей провинциальностью То есть, ну, как бы ты ну, живешь себе в своем театре, в своем оркестре, в своем, там, я не знаю, чем, танцевальном коллективе. У нас национальных театров больше, чем в любой стране мира. Нет такого количества национальных театров нигде. Вот мы такие самые просто национальные и национальные. И... Критериев вот качества культурного продукта у нас просто нет в стране, не выработано. Не вы как плательщик налогов, я как плательщик налогов, мы не можем выбирать тот культурный контент, на который тратит государство свои деньги. Ну, у нас нет никакого... Кто еще это может изменить? Ну, смотря на то, что держава никогда сама по себе не будет рухаться. Я думаю, что все-таки, все-таки в какой-то момент придет к нашим политикам и нашему там и финансовому, и бизнес-эстеблишменту, что без формирования гуманитарной надстройки, которая формирует, собственно, идентичность, говоря, говорящую, кто ты, да, кто, кто ты киевлянин, кто ты украинец, что такое украинец, чем мы отличаемся там, от поляка, литовца, русского, белоруса, немца, француза, чем, чем мы можем гордиться, ну, современным, не, не том, что у нас че, плодючая земля, там... Не, ну, ты но вот, ну, приклади, ну, от, э, от, у, есть какие-то такие приклады, ну, позитивные, вот, успешных, меня... успешных спильных проектов. Вот. Нет, у нас спильных у нас, у меня, ну, по крайней мере, в моем кейсе их достаточно много. Мы э, сделали вот совместный проект Антигона, который объездил все национальные сцены Франции, играл просто ну, там, про на украинском языке во Франции сыграли более там, 60 представлений. С аншлагами, с очень крутой прессой. И, и дальше они... То, также мы сделали совместный проект «Тарабак де Киев», Кабаре тоже с Дахай-Брахой. В этом году мы будем открывать театр Шатле после капремонта. Это легендарный театр, где были, кстати, русские сезоны в свое время. Да, это вот, ну, центральный, прямо напротив э, Нотр-Дам-де-Пари, да, вот этого места, просто Шатле, после Капремонта, и мы будем в середине сентября участвовать в открытии. В Люксембурге будет. 1 января с Дахдоттерсом и симфоническим оркестром громадное представление. То есть таких опций... Сейчас делаем совместный проект с Германией, дочь театром с Фольксбюна-театром, тоже, ну, Берлин. То есть, ну, целая география. В Америке, там, не знаю, там, куча правда, проектов. Дальше возникает следующий вопрос, следующая опция, да? Как это вырастить в систему для того, чтобы такие коллаборации... Ну, в чем суть коллаборационного проекта? Когда ты работаешь с какой-то институцией с той стороны, да, ты готовишь проект здесь, например, в Украине, это получается дешевле по ну, ну так а, с другой стороны, ну, у тебя тут есть такая, ну, дикая энергия, да, там, ну, как какое-то вот это чувство странное, странное чувство свободы, которого, как это ни странно, опять же, нет в Европе. И вот когда они сталкиваются с этой энергией, с этой свободой, да, и мы тогда реэкспортируем, то есть но не просто там арендуем помещение, а мы уже в готовую нишу, которая подсвечивается их институцией, неважно, их, их театром, фестивалем, каким-то центром, тогда это становится событием, знаковым событием жизни Берлина, Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Вашингтона и так далее. Вот такая, такой контекст. Тогда это намного дешевле, безусловно, ну, Ну, добре, якщо ми виходимо від відсутку від сьогоднішнього дня, от якщо б все буде розвиватися такими темпами, як зараз, бо цей темп все ж таки з'явився, через скільки років умовно про Україну вже можна буде говорити як про якусь певну територію культури? смотрите, вот тут, тут питання політичної волі, дуже важливий момент. То, що за коди независимості фактично не создано ні одного пространства, яке асоціюється з Україною. Ну, вот, кроме торговых центров, да. Э, то ну, есть... Кто изгадает театр на Подоле, можно загадать ну, интеркон... Э, цей, э, готель, который вы сбудуете в, в, сбудует в Мариуполе. Это сбудуем, да. И, а, а театр на Подоле, вы понимаете, что, во-первых, это частные деньги, во-вторых, это микроскопическая территория, ну, он реально очень маленький для такой громадной страны, да, он не может выступать флагманом, да, ну, флагманом изменений. В все напр... равно все-таки моя держава брать в эту мощность. Просто... Конечно. Это безу... Или крупный бизнес, который понимает, что капитализация, и капитализация страны в том числе и очень серьезно зависит от уровня культуры и самосознания людей. А капитализация страны, соответственно, транслируется на капитализацию их бизнеса. Это очень, ну, на самом деле очень прямая цепочка. С другой стороны, есть там элементарная статистика. В Америке, да, искусство приносит больше денег чем сельское хозяйство, склады, там, логистика, ну, вот какие-то вот такие сельское хозяйство. Так, может, вам есть сенс поговорить с нашими олигархами, переконать их в том, чтобы ну, они инвестировали в культурные проекты больше, чем в энергетические? Понимаете, это вопрос, ну, это ну, должен в какой-то, не люблю это слово, возникнуть хайп. В свое время, там, когда Пинчук э, занялся современным искусством, да, и он сделал такой хайп. Стало было модно, помните, был момент, когда ходить на выставки было как-то вот... Ну, я вам скажу, и до сих пор Ну, это уже осталось как бы немножко на Это уже не так модно, но меньше с тем, это все равно yeah, ну, это слава Для молоді, богу. и слава богу. Слава богу, да, это, это прекрасно. Но теперь дальше возникает вопрос сформировать такие Центры силы, да, когда, ну, так же, как вот в той же Польше есть такое понятие, как центры споткания, да, в самых маленьких городах суперцентры, которые оборудованы и которые являются для поляков, вот этими символами. Вот, у меня на у поляков кто был инициатором створницы, держава, миссива, власть, бизнесмены, кто? В Польше такая история была, ну то есть когда солидарность ну, вот были вот те ну, те часы революционные борьм да. На самом деле мощнейшую роль играл театр. Ну вообще интеллекторская интеллигенция была одной из составляющих формирования идеологии вот этой вот гуманитарной упаковки э, ну, будущего образа э, Польши. В Украине, к сожалению, ну был сначала рух, да, который был упакован в некую национальную идею, ну чуть-чуть ну, ну, национальную идею, этническую идею, да, то есть как бы Украина как этническая страна ну, Украины. Украинцев с, с языком, со, со своей культурой, такой немножко фольклорной, фольклорной. И в хорошем понимании я сейчас не, не... Но она работала фактически на часть Украины. То есть она не, работала, ну, не Ну, зараз інші часи. Зараз час глобалізації з одного боку. Я чому вас запитав? Тому що а, ви свого часу говорили про те, що ви достатньо, з достатньо великою дозою позитиву говорили про децентралізацію. Тому що ви сказали навіть з власного досвіду спілкування, скажімо, там, а, точніше, реалізації власних проєктів в Вінниці, в Маріуполі, у Франківську. Ви говорили про те, що коли у місцевої влади з'явилися гроші. Там а, побильшело притомных людей, которые готовы в том числе и финансово идти да, на культурный проект. Но для этого нужна опять же системная поддержка, если мы занимаемся инокуляцией, да, то есть поселом, прививкой. Тебе нужен системный, э, системная поддержка, да? ну, потому что это же не коммерческие проекты, да? это же ну, фактически гуманитарные культур-триггерские проекты. И ты, э, ну, для того, чтобы содержать качественную команду, ну, чтобы это люди, конечно, фрилансеры, все прекрасно, но они же должны... Они, они, должны жить, они должны жить. И когда ты ну, договариваешься со своими зарубежными партнерами о каких-то коллаборационных проектах, ты должен опираться на что-то. Не перемикайтеся. далее будет еще на Невеличка пауза. Сергій Рахманін, Апокриф Дякую, що залишили з нами. Нагадаю, це програма Апокриф. Ми назвати Сергій Рахманін, Влад Троїцький митець, натхненник Гоголь Фесту, дах театру Дах Даха Браха та інших величезної кількості різноманітних проєктів. Наш сьогоднішній гість. А все ж таки, ну якщо влада, ну, уявімо собі, що влада раптом відчула потребу підтримати, от як ви казали, гуманітарні проекти В який спосіб, як це має відбуватися? Ну, от, от а, зуміться, тут є, опять же, є питання, да. Потому що вопрос компетенции. Потому що у нас достаточно низкий уровень компетенції в, в, в области культурного менеджмента, да, ну и вообще. любой инфраструктурный. То есть у нас никто не готовит специалистов по свету, по звуку, по видео. А ламенше вон изъявляются. Да, но они это сама, самотушки. Но системного, ну, да. системного образования нет. Да, и у нас нет даже полигонов, где это формируется. То есть первое, сформировать одно, как минимум, одно такое вот суперкультурный центр с крутой архитектурой и быстро его сделать в Киеве. Для того, чтобы это был... И забрать как... до купа всех, кто может что-то запустить. И, и, о, и сразу запустить кучу коллаборационных проектов. И тут все эти... Французский институт, Бритиш Council, Гет институт. А, а они Амер... будут туда зайти? Да. Они, 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 будут, они будут... За... Не, не сами они... Не надо их туда, но они будут заводить туда свои проекты. Потому что им для их реализации их уставной деятельности нужен ясный партнер. Государство в том виде, в котором сейчас оно работает, оно очень невнятный партнер, потому что ты не понимаешь, с кем ты можешь долгую вести переговоры, поэтому они там они работают с нами очень, мы со всеми этими институциями работаем, но у нас всегда возникает вот это вот непонимание следующий шаг, на что мы можем опереться. Если вот эта зона, ну, то здесь во времени, э, стабильная, чтобы мы могли спроектировать, например, проект на несколько лет, если будет системная поддержка федерального, ну, федер, ну, центрального государства, то тогда вот эта вот системность, протяженность вот таких проектов, и тогда соединение с Украинским институтом, который будет поддерживать эту экспорт уже культурного продукта за рубеж, и одновременно э, импорт качественных специалистов, которые будут образовывать э, наших ребят и делать экспертизу проектов, да, то есть для того, чтобы накопить вот этот потенциал э, экспорта качественного, тебе нужна качественная экспертиза, качественная критика, качественная и так далее. И это, если у тебя нет своего, да, то есть, ну или оно там очень провинциальное, то открывай двери. И была когда-то у меня идея, я думаю, что она этот, как это, офшор для пассионариев, как культурных пассионариев. Создаешь центры, приглашаешь, приезжайте все. Ребята, вот вам небольшой фонд, который вас будет поддерживать. Люди, становятся художники, э, артисты, художники по всем жанрам, они очень изобретательные, и когда, тогда это станет очень модным местом не только внутри Украины, но и в мире. Люди будут приезжать. Но вопрос в том, модным для кого? Знаете, вот много людей, которые говорят, что справді на сегодня, в целом свете, запад на такую достаточно примитивную массовую культуру є набагато більшим, ніж навіть там 10 років тому. І сьогодні, это да. вот, ну, чтобы Це не перетворилося, знаєте, на такий клуб, в якому хіпувати буде обмежена кількість людей. Що Це матиме там розголос непевного еліт світу, але точно не буде події для України. От є такий ризик? Ну, знаєте, і, опять же, от, смотря на резонанс тих же, ну, Google Фестів в Києві, і резонанс Google Фестів там. в том же Франкиевске, в том же Мариуполе, Виннице, вот сейчас мы видим Днепр, Ужгород, Ровно, Тернополь, да, то есть у нас целая, ну, там, реальная э, сеть Украины, которая, ну, ч начинает ощущать себя как единое пространство. А вот честно скажите, вас девует вот успех, или не девует, или вы готовы? До Я просто понимаю, что насколько люди жадные для до нового. До нового, да. Конечно, они, ну, им при... навязывают определенную матрицу. Но, М... это не ну, главное, не, ну понимаете, стереотипная матрица, которая сала, грилка, э, жинка... Э... Ну, это уже даже этот стереотип уже не працює. Как это не працюет? Вы, 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 глубоко ошибаетесь. Вы на самом деле просто посмотрите, вся обойма, которая там официальной культуры, она работает в этой... В этом, в этой... Зараз не берем официальную культуру. Ну, например, да, там... Э... Казка це теж масова культура, і вона заходить. Заходить не тільки в Україні, але це точно не елітарне мистецтво. Просто кажуть, що набагато простіше робити фільми, на які буде ходити глядач. Запускати музичні проекти, які точно збиратимуть стадіони. Це обов'язково там винник чи. Як і, ну, там... якби це не так просто, во-первых, Особливо, щоб збирати зали не тільки в Україні, а в мірі. Ну, вот, ну, же... это... Да, это на задание. Да, так вот, и в том-то, вот, ну, моя, как бы, стратегия всегда. Я работаю не в рамках Украины, я работаю в рамках мира. И все мои проекты, начиная с Даха, как, хоть но... он микроскопичен... А вот, чекайте, вот, мы не очень любят хвалить других, но ну, но... ка есть в Украине другие мастера, которые тоже работают не... Масштабами України не україноцентрична, а намагаються виходити за межі. От є якісь ще інші приклади? Ну, я ж говорив, наприклад, є також Оксана Линів, є Олексій Це Хто ще, от кого можна в цей рядок поставити через кому? Є ще такі люди, які, от, які замахуються на щось більше. Ну, на самом деле, арт-трафик, ну, Денис Иванов, да, который долго и системно работает над, ну, вот над формированием такого э, интеллектуального авторского кино, да, ну, арт-трафик, это безусловно. Все равно Ваня Козленко, Довженко-центр. То есть это вот государственная институция, которая, э, которая просто удивительно формирует, как бы, ну, такой новый тренд последний мой абсолютно удивительный экспириенс, это во Львове, я общался с Юрком Назаруком, это... Я знаю. Да. Я, конечно, я поразился, насколько вот эта команда, ну, их три парня, сделали реальную империю другую, другая экосистема. Как они работают, да, начиная от, ну, таких немножко хулиганских, ну, бизнес-проектов, да, с этим, ну, со всеми краивками там, ну да? да. И как они переходят, как к серьезности создали мастерскую школу, сделали вот этот центр там, где, ну, где уже здание этого старого Лева, да, и это, я понимаю, вот та среда, вот то, что называется вид модерновой Украины. Да, это который... уже, это уже певный культурный среду. я понимаю, что я просто вот восхищаюсь этими ребятами, я, э, я понимаю, что они формируют этот новый, новый тип, и новый тип сознания, вот такого свободного, с чувством собственного достоинства, с чувством собственной идентичности, и при этом открытыми миру. И это круто. Я вот говорю, опа, ну вот, или Тепломиста, да, вот тоже проект, который вот, ну, я понимаю, что это круто. На самом деле, вот такие ребята из Винницы, которые... Меня поразили ребята с Кривого Рога. Ну, тоже вот Кривой Рог, а, там, Юлий такой парень, они сделали, ну, я казалось, ну, казалось, ну, кривой рог, да, более такой жесткий. Он пожестче, чем Мариуполь, да, еще. Ну, наверное, так. И они сделали там, там какие-то авантюры, сделали детский садик, такой культурный осередок, образовательный для детей, для юношей, в очень депрессивном, очень жестком районе, наркоманский. И они формируют эту новую, новую умную среду. И они провели вот недавно конференцию, люди за деньги слушали ну, всяких умных там, людей. І ну, я тоже там оказался, но ну, я не там не претендую на эту как бы на этот статус. Ну, ну люди, это ж было тепло, было можно было пойти куда-то отдыхать, но они пришли и полный зал в ДК слушали, слушали и начинали мечтать об Украине. Вот ну, вы знаете, это просто сказала, я згадав, от нещодавно говорили з Жаданом, випадково перестрилився, Київ маленьке місто, тут багато людей можна зустріти. І він говорив, він розповідав про якесь Місто на Донбасі здається, це була Дружківка, можу помилятися. Де, в принципі, з, зі звичайною, він це називав точкою входу, звичайною бібліотека зробила фактично мистецький центр, де працює 40 різних гуртків, де лекції, де там, я не знаю, величезна кількість різних проєктів. І насправді люди тут потягнулися, тому що, в принципі, людей, спраглих до чогось нового, до чогось цікавого, їх набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Тому дірзать. Правильно, але. Ще одну про одну божевільну ідею не можу не запитати. Давно вона ця ідея так чи інак з'являється у різних людей, в якості от саме ідеї: створити все-таки якісь приватні центри, якісь приватні виші, якісь осередки, де можна було би навчати сучасних, модерних, затребуваних часом. Режисерів, менеджерів, ну, те, про що ви говорили, людей, яким насправді бракує якоїсь школи. Це реальна історія. Можна підтягнути, скажімо, бізнес до такої ідеї? Можуть ми ці згуртуватися в якусь не знаю, невеличку кубку і започаткувати Понимаете, якийсь тут, такий навчальний тут центр? Вопрос, это же, ну, как... Це тільки гроші, чи? Вопрос фізичного пространства. У ну, нас же такая проблема, знает и физичный... В том-то и дело это, казалось бы, не проблема, но почему-то в Украине, из-за того, что вот этот культурный или гуманитарный вопрос, он находится всегда на периферии, ну там, порешаем экономику, поборемся с коррупцией, побо... там есть война, там все не до этого, или воспринимают культуру как объект войны а не объект создания... Ну, ну, есть же легендарная фраза Черчилля, помните, да, в час Второй световой войны ну, да. ему запропоновали скороты выдатки на культуру. И он тут ответил питанием на питание, заради чего мы-то воюем. Так вот вопрос, да, мы не сформировали Украина за эти годы почти... Понимаете, это я вот недавно вдруг осознал, что мы независимы 28 лет. Да, ну, 28 он будет сейчас. Через... Ну, это почти... Половина совка. Ну, ну, ну примерно. Ну, для части Украины это даже больше, чем половина. Да? И получается, что за это время мы фактически, несмотря на все эти декоммунизации, да, мы фактически вот этот э, дух инфантилизма или дух ожидания патерналистический не истребили в себе. И когда ты открываешь, этот тхнет этим затхлым позавчерашним днем, это а это вопрос гуманитарного. Но в супер в этом все равно появляются попры все вот сколько бы нахвалил, появляются то режиссеры, театральные, кино, музыканты, Правильно. письменники, Они... оно все одно оно... Воно пробивает бетонцы. оно пробивает, но ну вот если бы создать место силы, ну понимаете, это же вопрос, это ну то что называется, где ты видишь там, людей своей крови, да? где ты можешь объединиться для создания нового пространства, новых смыслов, то что на самом деле кризис Идей и ценностей, которые ну, разъедает весь мир, это же не только там мы тут, у нас их просто еще они не, не сформулировались, как вы сами говорите. Но ну, в Європі или в той же Америці вони чувствуют, що то, на что они опирались, вдруг начинает расползаться под ними. То есть, вот це смутнее, о котором ми почали говорити. Я розумію. Але от в 2014 році, тобто 5 років тому, ви так достатньо бадьоро говорили про те, що Україна з'явився унікальний шанс стати житницею нових смислів. Потім ви говорили про це вже з більшим скепсисом. У нас остання. Хвилина пішла. Тому останнє питання. Ми все ще у нас є шанс стати цією житницею нових смислів. Ну, принаймні для Європи, можливо, для цілого світу. Поки ми живемо, у нас завжди є шанс. Дерзай, але не теряй час. Ну, я не знаю навіть що додати, і на цій безмежно ноті ну, Я дякую нашому мосту. Нагадаю, що це був Влад Троїцький. Дякую вам за увагу і терпіння. Дякую. З вами прощається програма Покрив Влад Троїцький і Сергій Рахманін. На все добре.